Эта территория в районе пересечения улиц Революционная и Аэродромная в 60-е годы прошлого века стала одной из первых, где появились хрущевки. В то время главной задачей властей было решение жилищного вопроса населения. О благоустройстве территории думали в последнюю очередь. Результат – 5-10% подобных дворов не имеют сквозных проездов. Здесь теоретически его можно было бы сделать без особых затрат. Но жители потребовали организовать им пешеходную зону. Дорожники стараются учитывать все пожелания. В целом впечатление остается нормально. Есть, конечно, какие-то вопросы, есть определенные проблемы, но, как мы поняли, их можно решать в рабочем порядке. Больше всего споров у жителей вызывает организация парковочных мест во дворах. Жители в этом вопросе делятся ровно наполовину. Одни за парковочные места, другие против парковочных мест. Я своим жителям предлагаю вплоть до того, что собрать подписи с дома. В остальном все просто. В порядок приводят не только сами внутриквартальные проезды, но и тротуары, и даже подходы к подъездам. Если мы эти темпы сохраним, то как раз через 4, примерно через 5 лет мы сможем благоустроить всю территорию округа. Наша задача – это добиться на всей территории города, чтобы в каждом дворе были нормальные благоустроенные проезды, подходы, тротуары. На сегодняшний день выполнено примерно 20-25% от общего объема запланированных работ. Из-за июньских дождей дорожники немного отстают от сроков. Но тем не менее, весь ремонт внутрикварталки в городе они обещают завершить на 2 недели раньше срока, уже 15 октября.